Друзья, прежде чем мы начнем сегодняшнюю панк-подборку, я бы хотел задать вам важный и душещипательный вопрос. Много ли вы знаете русскоязычных музыкальных каналов с трезвой и серьезной аналитикой, без всякой излишней клоунады и мишуры? Я даже навскидку сейчас не могу назвать такие, но они есть. Хочу обратить ваше внимание на интересный и весьма перспективный YouTube-канал о музыке и музыкантах, проект «Затакт». Ребята снимают обзоры на клипы различных групп, обсуждают музыкальную индустрию, анализируют и указывают на ошибки молодых исполнителей. Особенно уделяют внимание молодым и малоизвестным музыкантам, что сейчас довольно редко. Все в основном хотят питаться какими-то хайповыми, известными темами и событиями. Делают лайв-трансляции, подкасты и даже интервью. В общем, занимаются тем, чем у нас в музыкальной сфере почти никто и не занимается. Ребята работают и собирают вокруг себя близких по духу людей, и это уже как минимум заслужит уважения и вашей подписки. В общем, не буду много говорить, переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с контентом, подписывайтесь и поддерживайте ребят своими просмотрами, лайками и вниманием. Всем хорошего дня!